Появилось видео аварии, которая случилась ночью 15 декабря в Краснохомском районе области. Автомобиль ВАЗ-2114 на дороге Тверь-Бежецк-Весегонск-Устюжна выехал на встречку и столкнулся с грузоперевозчиком. Погибли два человека – водитель ВАЗа и 22-летний пассажир. 18-летний пассажир, 14-й, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Столкновение зафиксировала камера, установленная в кабине Скании. 24 декабря в Тверском областном суде решается судьба Юлии Дмитриевой. Напомним, в прениях сторон прокурор по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса просил признать Дмитриеву виновной и назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В ноябре прошлого года Дмитриева, находясь в квартире дома по проспекту Ленина в Твери, совершила убийство своей 4-месячной дочери. Причина дикого поступка – девочка вела себя беспокойно. В рамках расследования этого уголовного дела следователями регионального следственного комитета возбуждено еще одно уголовное дело. Заволжским межрайонным следственным отделом города Тверь, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, в рамках расследования уголовного дела об убийстве 4-месячной девочки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершения должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних преступления, предусмотренной частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть халатность. Напомним, преступление было совершено в субботу, 10 ноября прошлого года. Из материалов уголовного дела следует, что женщина до 4 ноября 2018 года проживала совместно с своим сожителем и их совместной малолетней дочерью, которая состояла на учете в детском отделении Калининской ЦРБ. Также установлено, что отец девочки, ранее судимый за совершение преступлений, в том числе против личности, находился под административным надзором, а за неоднократные нарушения установленных ограничений и обязанностей, кроме этого, был привлечен к уголовной ответственности. Сам мужчина официально не был трудоустроен и проживал на случайные заработки. А еще следствием установлено, что сожитель в состоянии опьянения поднимал на мать своего ребенка руку, за что привлекался к административной ответственности и поставлен на профилактический учет в Калининский отдел полиции. Мало того, по нашим данным, и отец, и мать ребенка употребляли наркотики. Несмотря на задачу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также на проведение индивидуальной профилактической работы, своевременного выявления семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудниками полиции, также медицинскими работниками, осуществлявшими патронаж за ребенком в возрасте до 1 года, также иными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимых мер по предотвращению противоправного поведения родителей ребенка, а также своевременному выявлению данной семьи, малолетней девочки, которая находилась в социально опасном положении, а также ее изъятию из данной семьи, принято не было. Таким образом, указанные бездействия в конечном итоге привели к совершению, к сожалению, такого тяжкого преступления, убийства девочки 10 ноября 2018 года. В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, включая действия или бездействие должностных лиц всех органов системы профилактики, в обязанности которых входит выявление и профилактика правонарушений в отношении несовершеннолетних. О вердикте суда в отношении 32-летней Дмитриевой мы сообщим в следующем выпуске патрульной службы.